Всем привет! Сегодня я решил еще послушать Егора Крида. Все-таки он, в общем-то, такой достаточно любимый мной исполнитель, поэтому имею право. А значит, Егор Крид, это он поет «Мистер Смит», да? Это он про «Мистера Смита». «Мистер и миссис Смит». Это название трека, да? Совместно с Нюшей. Ну, давайте послушаем Егора Крида. Посмотрим, как они с Нюшей будут звучать. В унисон или нет? На работу. Я опять по турам. Друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувство не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Мне важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд, абсорб, а секса с перекуром. Я и ты как мистер и миссис Смит. Но это не любовь, так что без обид. Я иду домой, меня не зови. Если наберу, руку не бери. Я и ты как мистер и миссис Смит. Но это не любовь, так что без обид. Я иду домой, меня не зови. Нюша прям очень хорошо звучит. Руку не бери. Знаешь, мы всегда жили на разных планетах. Ты всегда видел зиму, а я лето. И мы засыпали с рассветом. Я не знала, что тогда это была клетка. Такая сильная, такая дерзкая. Но что внутри у меня, ты так и не узнал. Ты так и не спросил, но я тебя простила. Я тебя простил. Я и ты как мистер и миссис Смит. Но это не любовь, так что без обид. Я иду домой, меня не зови. Если наберу, руку не бери. Я и ты как мистер и миссис Смит. Но это не любовь, так что без обид. Хочу забыть тебя, но нам напомнит музыка. Мир, где только ты и я. Мир, где только ты и я. Как же сложно, что ты рядом. Мы уже не те, но с тем же взглядом. Сердце режет, это правда. Как тебя забыть? Я и ты как мистер и миссис Смит. Но это не любовь, так что без обид. Я иду домой, меня не зови. Если наберу, руку не бери. Я иду как мистер и миссис Смит. Но это не любовь, так что без обид. Я иду домой, меня не зови. Если наберу, руку не бери. Я иду как мистер и миссис Смит. Но это не любовь, так что без обид. Знаешь, я иду домой, меня не зови. Если наберу, руку. Хорошая песня. Для таких больших девочек, как я. Вот хочу сказать, что вот Егор может быть хорошим мальчиком, когда он с хорошей девочкой. Мужчина вообще зависит. Я уже говорила не раз, что мужчины вообще ведомые люди. Если им подворачивается хорошая девочка, они становятся хорошими. А если плохая девочка, то она тянет их вниз. Поэтому вам всем везет только от того, какая вам женщина достанется. Вот, вот так меня дотянуло. Вот после этого что-то навеяло. Вот. А потом тут, знаете, опять такая, они тут говорили, что она там в клетке, и вообще-то они там в разные стороны смотрят или в одну. Вот, друзья мои. А если человек любит друг друга, то есть если мужчина и женщина вместе, то они, как вы думаете, куда должны смотреть? Друг на друга или в одну сторону? Они должны смотреть в одну сторону. То есть мыслить одинаково, только тогда получится что-то общее и на века. А если они смотрят друг на друга, это значит, что каждый думает, у каждого свои мысли, свои проблемы, и, в общем-то, все разное. И поэтому, в общем-то, мужчины и женщины должны смотреть в одну сторону и идти в одну сторону. Вот как бы вот тут вот прям было одно целое. Я знаю, что там у Егора Крида, да, была большая светлая любовь к Нюше. У них же там с Нюшей было что-то. Без понятия, честно говоря. Вот, а я знаю. Так поправьте меня, если я не права. Вот, ну, не даром же она тут спела, но она прям была шикарна. На фоне Егора Крида прям просто. Ну, и он был хорош. Всем пока.